Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы с вами будем готовить мясо по-французски. В нашем рецепте мы будем использовать мясо у нас говядина. Вы можете взять на ваше усмотрение. Сыр, соль и перец, горчица, лук репчатый, помидоры и грибы-шампиньоны. Также нам понадобится масло для жарки. Наш лук мы почистили, помыли. И теперь мы будем его резать полукольцами. Нет, я его четвертью порежу, потому что лук очень большой. Ставим нашу сковороду разогреваться. Добавляем в нее масло. Грибы мы порезали вот таким вот образом. Шляпку пополам и потом просто по кусочкам. И ножки тоже пополам, чтобы было немножечко более крупные грибы. Если вам нравится более мелко, то вы можете порезать мельче. В нашу сковороду всыпаем наши грибы. Я подожду, пока они немножечко поджарятся. Чтобы из них немножечко выпарилась влага. Грибы немного поджарились, теперь мы добавляем грибам лук. И тоже немного его обжарим, пока он не станет мягким и немного прозрачным. Наш лук, как видите, стал из белого прозрачным, поэтому сейчас мы это выключаем, убираем с огня. И пока ставим разогреваться нашу духовку на 200-220 градусов, зависит от вашей духовки. Мы поставим на 200 градусов, этого нам будет достаточно. Наши помидоры мы режем вот такими вот кусочками. Наше мясо нужно отбить. Я его накрою пищевой пленкой. И так мы отбиваем каждый кусочек. В принципе, пищевая пленка, естественно, не обязательно. Это просто, чтобы брызги не летели по всей кухне. И отбить нужно с двух сторон. На наш пергамент мы выкладываем мясо. Следующий. У нас идет горчица. Горчица еще размягчит наше мясо. Оно будет очень-очень нежным. Теперь очередь наших грибов с луком. Теперь нужно немного посолить и поперчить. Дальше очередь нашего помидора. И последним идет слой сыра. Если вы хотите, вы можете смешать несколько сортов сыра. Будет вкуснее. Все, сейчас убираем в духовку на 30 минут на 200 градусов. Наше мясо по-французски готово. Очень аппетитное, очень мягкое. Очень советую. Если вам понравилось это видео, продолжайте готовить с нами, пробуйте экспериментировать. Приятного аппетита!